Беременность – один из самых ответственных и волнительных периодов в жизни женщины. Будущие мамы стараются запечатлеть каждый день ожидания малыша. Молодежный центр предлагает саровчанкам поделиться счастливыми моментами и принять участие в ежегодном городском фотоконкурсе «Красота в положении». Его цель – напомнить о ценности семьи и подчеркнуть важность роли мамы в воспитании ребенка. В молодежном центре сейчас проходит фотоконкурс «Красота в положении». Предлагается прислать фотоматериалы по трем номинациям: «Счастье внутри», «Ожидаем вместе» и «Дыхание ангела». Присылать нужно на электронную почту молодежного центра, указанную в положении. Награждение пройдет 25 ноября на концерте, посвященном Дню матери. Также в октябре стартовал городской конкурс «Россия, Родина, Единство». В номинации «Русское слово» участникам в возрасте от 14 до 35 лет необходимо выразительно прочитать на камеру стихотворение или отрывок из произведений отечественных писателей о России. А в номинации «Пою тебе, страна родная» исполнить патриотическую песню. Еще три номинации конкурса посвящены семейному досугу. Это «Традиция петь вместе», «Семейная про чтение» и «Горжусь своей большой и малой родиной». В последней номинации нужно выбрать совместную фотографию или патриотический рисунок. Все материалы конкурса необходимо опубликовать в социальной сети во ВКонтакте с хэштегами конкурса. На фотоконкурс «Красота в положении» уже есть 5 участников. Безусловно, участвуют очень активно и работы присылают очень творческие, в особенности вот по «России, Родине, Единство». Там огромный вклад есть такой участников. Это творческое видение своей работы. Вот как раз это и будет залогом победы. Работы по фотоконкурсу «Красота в положении» принимают до 19 ноября. По патриотическому конкурсу – до 31 октября. Дополнительную информацию можно получить по номеру 99108. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».